И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Tomb Raider 2. На сей раз у нас следующая миссия 40 сажень. Ну, эта миссия у нас также проходит в северной части Атлантического океана. Так, у нас сейчас очень ограниченный воздух, и нам нужно найти выход отсюда. Да, тут плавают акулы. Они нам ни к чему. Нам нужно выбираться отсюда и найти что-то такое. Явно не в ту сторону плыву. Черт, акула тупая. Не туда куда-то плыву я. Не туда. Ладно, давайте переиграем. Не в ту сторону, значит, поплыл. Так, ну, у меня есть, в принципе, гарпун. Он мне поможет отстреливаться. Давайте в другую сторону поплывем. Так, вот тут какие-то бочки. Так, куда плыть, игра? Куда плыть? Куда? Так, да, мне сюда плыть. Это абсолютно точно. Так, а куда конкретнее? Так, вот сюда. Вот пещерка, плывем сюда. Отлично, здесь есть воздух. Давайте отдышимся. Черт, акула. Акула уже близко. Давайте возьмем гарпун. И сохранимся. Надо сейчас будет убить этих акул мерзких. Ну давай, акула. Так, убиваем акулу. Живая, что ли? Так, все, одна сдохла. Так, ждем вторую акулу, если она, конечно, есть. Акула нам тут совсем ни к чему. Так, да, вот она плывет. Ах ты тварь. Давайте подлечимся. Тварь какая. Так, отлично, все. Истратили весь гарпун, убили двух акул. Теперь давайте сохранимся. Отлично, сохранились. И теперь плывем в пещерку. Тут у нас, безусловно, что-то должно быть. Так, тут еще одна пещерка. Плывем в нее. Так, теперь нужно что-то найти. Что-то найти нужно. Так, вот еще одна пещерка. Отлично. Рычаг. Отлично, дергаем рычаг. И что-то открываем. Где-то что-то открываем. Но где? А, вот у нас люк открыли. Так, плывем дальше, куда плывется. Отлично, успели. Мы куда-то выплыли. Так, давайте там проверим. Может быть, там что-то было еще. Точно не помню. Да нет, только люк тут и все. И больше ничего тут не было. Значит, не стоило так сильно волноваться. Так, а что у нас здесь под водой? Так, тут у нас какая-то пещерка есть еще. Давайте сюда заплывем. Так, давайте возьмем оружие какое-нибудь помощнее, например, УЗИ. Так, будем осматривать, что здесь у нас есть.
Рычаг. Отлично. Давайте опустим рычаг. И что-то произошло. Ага, мы спустили воду. Вот оно как. Все это происходит. Да, мы просто убрали воду. Да, и теперь нам нужно будет попрыгать. Так, туда мы не прыгнем, а сюда мы прыгнем. Так, отойдем на шаг назад. Так, прыгаем на эту платформу. Так, что здесь у нас? Можно сюда запрыгнуть. Так, а теперь на ту платформу, вот, дальнюю, нужно прыгнуть. Так, ну почему отсюда? Лучше отсюда, конечно. Так, и прыгаем выше. Чайник пришел. Вызываем чайника. Так, и берем патроны кружишку. Так, что здесь у нас? Ровным счетом ничего. Давайте подлечимся. Так, а там у нас секрет есть. Серебряная дракошка. Берем его. Так, а здесь у нас... Ага, понятно. Чайники там наверху. Подлечимся. Сдохнет наконец уже. Уроды вонючие. Так, у одного... А, или это у обоих я взял сразу. Патроны гарпуну, стрелы и аптечку маленькую. Так, что у нас здесь? Есть такое? Ну, какие-то ящики. Давайте залезем на один из них. Так, а что, собственно, делать надо? Хорошо, давайте залезем на высокий вот этот, который я... Да ё-моё. А-а-а. Чёрт их. Так, залазим. Так, и прыгаем на этот блок. Так, допрыгнули. Дальше что? А дальше все просто. Нам нужно прыгнуть на тот скат. Вот так вот это делается. Так, и теперь прыгаем вперед. Там у нас проход. Отлично. Теперь давайте сохранимся. Окей. Так, что у нас здесь? Рычаг. Давайте опустим его. Где-то что-то мы открыли. Давайте пробежимся вперед. Дверь. Мы открыли дверь. Или не эту дверь мы открыли. Так, ну давайте поплаваем. Что у нас здесь? Мелкие рыбы. Вот уроды. Так, а у нас там нефритовая дракошка есть. Так, акула тупая. Тупая акула. И к черту. Так, давайте быстро возьмем секрет. Подлечимся. Сейчас акула сюда еще приплывет. Она мне вообще тут не упала. Так, пошли вон отсюда. Конечно, убивать их нет смысла, у меня и гарпуна нету, а... Поэтому нужно быстро валить отсюда. Что я, собственно, и собираюсь делать. Так, теперь давайте сохранимся. Мы нашли еще один секрет, да. Второй в этой миссии.
Так, что здесь есть еще? Дверка есть у нас здесь. Что впереди? А, ну это нам показывает вид, что там что-то есть. Так, здесь у нас много огней. Много огней. Так, а что здесь? Здесь у нас тоже дверка, и она закрыта. Понятно, но нужно как-то открыть эти двери. Так, а вот у нас еще какой-то проход есть. Давайте зажжем нашу свечку. Так, и у нас есть наверх проход. Давайте залезем сюда. Так, мы открыли какую-то из дверей. Какую-то из дверей мы открыли. Будем считать, что ту. Хотя не факт. Может и не эту. Ну что ж, бежим сюда. Да, эту мы открыли дверь. Так, тут есть еще один рычаг. Так, мы потушили какой-то огонь. Какие-то огни мы потушили. Теперь бежим вперед. Так, тут есть еще рычаг. Он открывает другую дверь. Так, бежим к другой двери. Так, все нужно делать быстро, насколько я помню. Вот она, другая дверь. Прыгаем в нее. Так, и у нас тут рычаг. Давайте сохранимся. Нужно все сделать очень быстро. Так, мы потушили другой огонь. Вот черт. Так, бежим быстро, бежим вперед. Не тупим, не тупим, не тупим, Лара. Нам нужно опять снова потушить эти три огня. Но мне кажется, я уже не успею. Что-то мне подсказывает. Так, ну что ж, опускаем рычаг. Все огни потушены. Пока что все. Но что-то мне подсказывает, что я сейчас уже опоздал. Слишком долго я бежал, тупил. Да нет, вы смотрите, успел. Сейчас огни зажгутся. Снова. Да, вот они зажглись. А мы опускаем рычаг и открываем дверь. Впереди. Так, что у нас здесь есть? Рыба. Пиранью, убиваем пиранью. И как зовут эту рыбу? Так, давайте сохранимся. 40 сажений. Наша миссия называется. Так, ну что ж, поплыли в люк. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, люк закрылся. Вот дерьмо. Так, люк закрылся. Нам ничего не остается, как плыть вперед. Так, тут есть рычаг. Дергаем рычаг. Так, и мы открыли какой-то проход. Но только не здесь. Мы это сделали. А где это мы сделали, хрен его знает. Так, где проход мы открыли? А, вот здесь вот. Тут, кстати, давайте переиграем этот момент тогда. Здесь надо очень быстро действовать. Я не подготовился сейчас.
Так, значит, сначала быстро плывем наверх. Сначала быстро плывем наверх. Опускаем там рычаг, плывем вниз. Так, где рычаг? Где? Черт. Вот же он. Опускаем рычаг. Уже много времени потерял, черт. Так, теперь быстро вниз, быстро, Лара, быстро вниз. Так, в проход. Здесь берем третий секрет. Да, много гарпунов. И опускаем тут, дергаем здесь рычаг. И теперь наверх плывем, в люк тут. Так, воздух. Давай быстрее, Лара, быстрее. Черт. Воздух уходит. Акула. Ёлы-палы. Так, здоровье уходит. Давайте подлечиваться. Не хочется сейчас просрать. Так, успел. Окей. Так, а ну идите к черту. Да не буду я их гасить. Так, у меня аптечки. Подходит к концу. Давайте сохранимся тогда. Вроде только начали уровень, а уже три секрета собрали, да. Так, идем вперед. Что у нас здесь? Скатываемся вниз. Так, и что у нас здесь? Какие-то обломки. Так, что-то есть наверху, что-то есть внизу, безусловно. Так, например, вон проход какой-то я вижу. Наверху. Но как к нему пробраться? Может быть отсюда? Стоп, или я отсюда пришел? Так, нет, нет. Тогда да, давайте вниз сходим. Так, там у нас довольно-таки высоко. Давайте нормально отпрыгнем. Так, да нет же. Так, назад, 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 назад. Цепляемся руками. Так, и куда-то мы скатились. Так, вон у нас какой-то проход есть. Давайте туда запрыгнем. Так, блок, отлично. Я вижу блок, который можно потянуть. Подтягиваем блок на себя. Так, еще, да, вроде надо. Так, может быть за блоком что-то быть? Почему бы нет? Но нет, там ничего нет. Так, теперь залазим наверх. Что у нас здесь? Рычаг у нас слева. Давайте его опустим. Бабах! Что-то конкретно взорвалось. Даже сложно понять, что именно. Да, ну что-то взорвалось определенно. Так, давайте пробежимся вперед. Что у нас? Тут еще какой-то проход у нас есть здесь? Давайте вперед пробежимся. Так, и что? Проход и проход. Опа! Что у нас внизу? Йо, внизу высоко, да, нам... Нам сюда пока не надо. Это явно. Так, тогда нам нужно возвращаться наверх сейчас. Да ё-моё. Так, давайте отсюда залезем. Так, залазим сейчас тогда наверх. Так, давайте внимательно посмотрим. У нас две дырки, в принципе, куда мы можем залезть. Давайте залезем сюда. Так, нет, чуть-чуть поближе сюда подойдем. И вот тут залезем. Отлично. Так, что мы... Куда теперь мы...
Давайте туда пробежимся до конца влево. Но нет. Нет, нет. Где-то нужно найти, где залезть. Что-то все повредилось. Судя по всему, это не здесь. А вот у нас какая-то поверхность есть. Но нет, 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 нет. А, я вот здесь могу ходить. Стоять я могу здесь, отлично. Так, а вон у нас. Нет, нет. Значит, мне вон туда нужно прыгнуть. Вперед. Да как нет? Так, а если задом... Так, может быть как-то задом? Не дает. Не дает. Так. Да что за хрень? Я же знаю, что мне вон туда нужно забраться. Нет? То есть нет, да? Судя по всему, нет. А как же тогда мне забираться-то? Простите. Да, что-то я... Может быть, все-таки здесь можно стоять? А, точно. Вот здесь забираться. Так, а теперь прыгаем вон на ту, вроде устойчивую платформу. Так, вперед. Да блин. Не надо меня сбрасывать. Что я тебе плохого сделал, игра? Так, мне нужно прыгать вон на ту платформу. Отлично. Допрыгнули. А, и вот здесь мы забираемся. Отлично. Так, что у нас здесь есть? Рычаг у нас здесь есть. Давайте нажмем его. Так, кажись, мы воду мы подали, но помещение, которое было. Но это еще не все. Так, слазим вниз потихонечку. Потихонечку слазим вниз. Так, где дырка? Здесь дырка. Так, теперь давайте в другую дырку слазим. Так, подходим к краю. Залазим, забираемся. Так. Что у нас здесь? У нас здесь тоже что-то все перевернулось. Так, главное не упасть в ту дырку. Так, как мне забраться лучше? Нет, здесь я, судя по всему, не смогу так просто забраться, да, потому что и высоко, и... Да, нужно как-то туда допрыгнуть. В принципе, отсюда можно. Ага, понятно, вот, все, забрались наверх. Что у нас здесь? Еще один рычаг. Давайте его опустим. А вот и дверца открылась. Да, и там аквалангист. Судя по всему. Аквалангист там. Так, теперь слазим потихонечку вниз. Так, вот дырка. Слазим вниз. Так, теперь бежим вон туда. И забираемся здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Черт, перебежал. Перебежка это плохо. Ладно. Назад, Лара, назад. Так, все, залазим вверх. И давайте сохранимся.
Охраняемся. Да, там аквалангист, нужно его прикончить, конечно же. Что у нас? У нас здоровье у нас не очень важное. Ну да ладно. Так, да, здесь вода теперь. Давайте прыгнем вниз. Выманиваем аквалангиста. Ну давай, сволочь, плыви сюда, гад. Я-то тебя вижу. Ну давай, давай. Повыше чуть-чуть. Ну, гад, ты где? Хрен ли ты не плывешь сюда? Что-то не хочет он плыть выше. Ты что там делаешь? Ладно, давайте его отвлечем. Вот, плывет, молодец. Так, ну все, держись, урод вонючий. Так, готов, отлично. Давайте большую аптечку используем. Сохранимся. Так, и поплыли в ту пещерку, в которой аквалангист выплыл. Так, тут ничего. Здесь я ничего не вижу. Так, а что здесь? Чайники. Самый умный, что ли, гад? У одного берем патроны для ружьишки, у другого берем маленькую аптечку. Большая, точнее, у него аптечка. Так, а здесь мы берем гарпуны. Так, какие-то ужасные звуки. Так, давайте опустим рычаг. Что у нас дальше? Давай. Хотя нет, пошли вперед. Да, вот такая короткая миссия. Пройдено. Три секрета. Все есть. Сохраняемся. Ну, а что будет дальше, вы увидите в следующей серии. А сейчас я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся. Пока-пока.